Они соскучились по двум колесам и специфическому звуку мотора. Свой сезон байкеры открывают, как только позволяет погода. Пробку гонщики не создали, но движение существенно замедлили. Колонна растянулась на сотни метров. Ехали байкеры очень аккуратно. В прошлом году, уже на майские праздники, в авариях погибло несколько мотоциклистов. Этот сезон начался благополучно. Когда машины стоят, мотоцикл может ехать, и, в общем-то, можно машину поставить поудобнее, чтобы мотоциклист проехал. И есть люди, которых это все раздражает, вот, которые злятся, иногда говорят, там, типа, куда прешь и так далее. Мы все-таки хотим, чтобы было меньше негатива, то есть мы люди добрые. Открывают сезон мотоциклисты долго. Несколько дней они живут на свежем воздухе в палатках. В этом году местом отдыха стал пляж в Затоне. Несмотря на свободолюбивый характер, в лагере байкеры живут по правилам. Главный из них – обед по расписанию и расставание с мотоциклами. Во время отдыха люди в косухах в спиртном себе не отказывают. В основном байкер занимается чем? Проституция, наркотики и оружие. Это за рубежом. У нас же байкеры все законопослушные, культурные. Современный байкер России, он днем ходит в галстуке, а вечером садится и катается. Понятие «байкер выходного дня», то есть тот, кто садится на мотоцикл только в праздники, в этом лагере слово обидное. Несмотря на то, что на работе многим приходится расставаться с кожаной курткой, байкерами только на праздник большинство из них не назовешь. В таком виде я там не особо решусь появиться. Я байкер всегда и везде, просто я в течение рабочего дня не делаю на этом акцент. Тяжелая музыка, море алкоголя и полный отрыв от реальности. Байкеры называют это протестом против обыденности. После концерта они играют в слона. Забава, которая требует тактики и мужской силы. И седьмой! 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 В холодное время года в косухе и бандане не походишь, потому открытие мотосезона так важно для байкеров. Они становятся заметны на улицах, а обращать на себя внимание и шокировать – это тоже часть образа жизни каждого байкера. Екатерина Савина, Александр Кравченко, новости, Телеобъектив.